И сегодня же в Астане пройдет международная научно-практическая конференция «Модернизация 3.0. Рухани Жангару». На ней эксперты из разных стран мира будут обсуждать перспективы современной казахстанской культуры в глобальном мире. И сегодня же ровно в полдень в Астане будет дан старт общереспубликанской молодежной акции «Рухани Жангару». Участники будут соревноваться в массовых викторинах на знание программной статьи «Рухани Жангару. Помогать нуждающимся благоустраивать территории сакральных мест». Акция пройдет с 15 по 22 сентября на площади у монумента Байтерек, где дадут старт мероприятию, будут работать мои коллеги. Ждем подробности уже в 13-часовом выпуске новостей. Редактор